вынудили боевиков перегруппироваться и стянуть к нему значительную часть своих сил. И уже на следующий день войска получают задачу нанести удар с другого направления. Им предстоит обойти ошеломленного поражением противника, провести рейд в глубину его обороны и высадить десант для того, чтобы создать условия к рассечению группировки боевиков на части. Начинается выдвижение на исходные позиции. К колонне присоединяются машины с разных направлений. Шилка занимает свою позицию. Ей предстоит прикрывать колонну вместе с... Машины выходят к трассе. Опасный участок. В любом здании может быть засада. И экипажи боевых машин ведут заградительный огонь из пулеметов. Почти добрались. И сразу боевики открывают огонь из стрелкового оружия. Слышны постоянные щелчки по броне. Вот и зона высадки. Цель десанта – высотное здание за этой площадкой.
задачу. БМП добрались туда и обратно благополучно. Но поступает новая информация. Десанту требуется подкрепление. Танки выстраиваются вдоль маршрута следования БМП для того, чтобы прикрыть их. Бойцы помогают вновь прибывшим быстрее выгрузиться. Часть огневых позиций боевиков уже обнаружена десантом, и они наводят на них танкистов. Еще одна огневая точка обнаружена десантниками. Танк немедленно отправляется на рандеву. На всякий случай, два танка остаются для огневой поддержки десанта. Остальные машины возвращаются в исходный район. Наблюдателями обнаружен расчет боевиков с противотанковым ракетным комплексом. Экипаж получает задачу уничтожить его. Некоторое время экипаж ждет подтверждения корректировщика о том, что цель уничтожена. После подтверждения уничтожения цели разведка сообщила о скоплениях групп боевиков, собирающихся контратаковать освобожденное армией здание. Группа танков и БМП
отправлена для отражения возможной контратаки. По группам боевиков, пытающихся пересечь шоссе, наносят удары артиллерия. Линия. Две группы боевиков пытаются прорваться к зданию с противоположной стороны. Танк срочно выезжает для их устранения. Последнее уточнение боевых задач и фаза выдавливания боевиков в центр окружения началась. Пулеметные расчеты заставляют боевиков оставлять укрытие, а танки и артиллерия загоняют их в отведенное им место. Прятаться просто нет. Наступила очередь действовать танкистам и пехоте. Машины движутся не спеша, нанося удары по всем зданиям, в которых, по данным разведки, вынужденно скопились боевики.
Основная часть работы выполнена. Машины уходят ждать результаты разведки, чтобы при необходимости повторить процедуру. Десантом и наблюдателями уточнено местонахождение оставшихся боевиков. Экипажи выезжают для завершения операции. БМП высаживают десант, который будет двигаться по левому флангу сквозь здание. А танкисты под прикрытием пехоты атакуют в центре и обеспечивают поддержку пехоты огнем. Корректировщики наводят экипаж на цель. Приступила к зачистке зданий пехота. Командиры штурмовых групп сообщили экипажам, что все огневые точки уничтожены. Машины возвращаются в район сосредоточения. Операция успешно завершена. В ходе нее уничтожено больше 250 боевиков Джабхата Нусра. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия.